Начали. О, какой аромат там. Сегодня наш друг Михаил угостит нас шашлыком по узбекским рецептам. Это гашиш называется у нас. У нас называется гашиш. Вот зира. Мясо 3,5 килограмм. Баранина. Вот как готовит. Даже мы узбеки сами не знаем, как готовить. Да ладно, не знаю. Шучу, шучу, конечно. Можно... Вот, у нас в тосте лимон растет. Только упакованный. Пакетик. Лук, короче, 4 штуки. Сейчас все будем резать. Нет, он там не резать. Красно. А можно? Перец. Вот сюда. Это молотый перец, да? Да, другой вариант. У меня дома... Соль специально выбрали морской. Вот такой. У меня дома медный соль. Ну, короче, процесс вот покажу вам всем. Я думаю, это будет супер-бомба. Вот так делается. Пейте на здоровье, фрукты. Еще есть там? Иркин, еще есть. Сходи его, Данила, раком возьми. Да. Ну ладно, попроси. Сколько хочешь? Дров готовим. Вот так делается, ребята. Смотрите. Я специально это ролик... Чкала. Встречали вы в командировке, видите? Чкала, город. А, город Чкала, да? Душанбе, там аэропорт. Ага. Вот так там. Царевская Лена, да? Да. Рецепт по-узбекски, да, получается? Ну, узбеки у нас еще там вот, в аэропорту. В аэропорту работали? Да. Мы сами в аэропорту работали. Станцию ставили. Большой. Не надо ничего лишнего туда. Баранина где-то не видит, ничего где-то. Конечно. Только лук. Соль, лук, перец. Перец, зира. Зира. И это. Куркума. Кумин. Кориандр. Кориандр. Ну, ну что, чебрец добавляем. Ну, чебреца у нас нет. Веточка чебреца просто нужна. А некоторые арча добавят, арча. Не топлива, арча, горный арча. Который тандер делает у нас в Узбекистане. Тандер горный. Рыбочка. И конечно. Конечно. Рыбочка тоже не любит. Да. Резать. Короче, видеоролик будет длинный, смотрите, ставьте лайки. Миша, как у нас сегодня угостит? Шашлык, бомба. Вот казан. В казане будем потом плов готовить. Или дымка, тур прошел. Это видеоролик будет на двух каналах. Узбекский от меня, Маша Построй. Что нужно? Ага. Да, Борис. Ребушки, зубы тоже. По 3, по 4 вот так, чтобы можно было вот отсюда. Да. Выкидывать. И по 2. По 2 сделаем. По 2. Один это, один получается. Вот. Можно 3 сделать. Давай, 3 сделаем. По 3. Блин, да. Вот так, да, вот так, да. Угу. Я не хочу никакого монтажа, это как есть, все. Без музыки, без ничего. Вот так красиво даже. Зачем уже стал монтаж делать? Теперь буду снимать видеоролик без монтажа. Если что-то кто-то неправильно говорит, пускай будет. Не буду резать. Где? Я сейчас кнопку снимаю, да? Вот это сейчас сделаем. Вот, ладно, посмотрим. Ты оставь так, вот это оставь на кнопку. Да, да. Вот ребро лучше вот это на шашлык. Вот это. Вот это, да, вот это. Вот это пойдет, вот это пойдет. Вот это пойдет, да. Видишь? Это шашлык. Зря Данил не кушает баранину. Смотрите. Он не ест мясо вообще. Вот шашлык. А он, ну, бывает жареное мясо.
все, мы показали рецепт, как приготовить мясо. Потом такое же все. Начнем тогда жарить. Поэтому не жалейте лайки, дорогие друзья. Потом поговорим. Подожди, получись рецептом, дорогие друзья. Заходим в лайки, не забудем подписаться, нажмите колокольчик. Я вам отвечу все просто. Привет из России, Германии, Америки. Привет из России. Надо это, пустые банки, где набрать и закрыть крышку. И продавать запах. Только не совесть, да? Дольше надо держать. Лучше я дурно, да? Дольше надо держать просто. Чирай нахуй, чирай, да? Я вам мазали бы, да? Просто хуй-пуй, сейчас я позвонил, ориел, сейчас иду. Вот, дорогие друзья, наконец-то приготовлено. Морской соль добавляем сверху. Все, хорошо. Всем приятного аппетита. С вами был Супрат Суперстра. Подпишитесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам всем за просмотр. Удачи. Вот мы уже кушаем. Вообще супер получился. Всем советую. Готовьте. Приготовьте такой шашлык. Для баранины ничего не надо. Для нее нужен лук, да, соль, перец, жира, кардамон. Вот все. Больше ничего не надо. Самый простой рецепт. Никакого укса не надо. Не только укса, мясо. Все.